всем привет! Сегодня мы попробуем сделать какого-нибудь классного персонажа в Black Desert совместными усилиями. Начнем, пожалуй, с Вена. Вот я уже его выбрал. Посмотрим вообще, что тут есть. Созвездие. О, верблюд. То, что надо. Терпеливость, упорство, любознательность. Прочитаемся созвездие. Давай, черный дракон. Благородство, щедрость и высокомерие. Вот, давай высокомерие. Сова. Консервативность, мудрость, замкнутость. Не-не-не, хочу. Слон. Искренность, надежность. Чего, кого? Черного дракона? Да-да-да. Это прям давай. Как я. Вот, освещение можно поменять, чтобы оно это... О, сейчас. Нет, какой-то... О, вот так, по-моему. Лучше всего. Морду лица видать. Так. Ладно, поза, бог с ним, давай причесоны. Ну, причесоны пока, конечно, да. Действует не порог, добромолодцам урок. Особенно вот это. А почему я вообще вот это? Вот да, это хочу! Да. Ну, это, знаешь, это вот... Включи вторую, смотри, нет, включи вторую. Да, так, и смотри, чем? Вот бок его, он как будто провалился вот это. Ну, там этот, формы можно, это, длину, видишь? Ну, чёлочка покороче. Это так. Видно. Вот это, это типа сзади, ну, как тебе повернуть? А, вот же. Видь? Можно затылок ему выбрить. Давай выберем затылок. Давай кудряшку Сью сделаем. А чё кудряшка Сью не делается? Какая кудряшка? Ну, у него кудряшки не делаются. Ну, блин. А завитки? О, смотри. А чё у него так голова промялась? Это завитки, ладно, не будем завитки. Цвет. Чёрный. Вот можно щедого дедушку сделать. Дедушка... Стреляет билетики в театр. Чё, мне цвет этот нравится. Чего ты ещё такой? Да. Не, розовый. Голубая луна, голубая. Голубая луна. Да, розовый. Ой, зелень. Розовый, ягод. Да какой розовый, чё ты... О, красный, ирландец. Не, оставь красный, может. Дай оранжевый. Пипец. Ну что? Я не пойму, ты позвал меня выбирать или просто так, чтобы вот я... такой хочешь? Нет! А можно этот цвет сделать? Вот они, видишь, светлее, светлее. О, а коричневый? Может, с коричневым перекрутить? О, да, вот этот. Такой? Да-да-да. Вот можем блеск сделать, можно, чтобы матовые были. Матовые. Так. Дай полуматовые. А кончики? Кончики? Где кончики? Ну, кончики, какие кончики? А, ну вот, видишь? А, ну кончики это вот, вот, если посмотреть. Ну, мне кажется, что там у него голова промята. Да. Фиолетовые сделать кончики. А черные? А вот смотри, у него темный такой совсем стал. А что за область? А, это типа, насколько, видишь, темнее, светлее становится. Темечко. Темечко. О, насыщенность. Смотри, темно-насыщенный. Такой это... А, ну вот, видишь, кончики ставили насыщенные. А так вот меньше. Так. И когни. Я теряю когни. И улетаю в небо. Так, так. Ладно, так. Все, будет у нас рыжий... Ирландец. Во, лицо, вот это самое интересное. Вот, такие варианты есть. Вот три варианта всего. Тип лица. Он какой-то удивленный, тебе не кажется? Да. Он чем-то удивлен. А что они такие брови? Ну, сейчас можно. О, кожа! Смотри, можно розовенького сделать. Может, землянистый цвет. Розовый поп. Он коричневый, вернее, зеленый.
Он вообще, типа, некромант. Он восстал. Откуда ему? Выглядит фиолетовый. Еще и блестит. Блин, он только что вышел из душа. И он вспотел. Ты представляешь себе так, мужчину, который выходит из душа. Слушай, ну что-то какие-то у него либо бледные, либо какие-то загорелые какой-то. Он, во-во! Хоть нет, какой-то он желтый. Он желтухой заболел. По-моему, вот этот вариант самый лучший. Да-да-да. Как тебе? Я вижу стопы. Давай лучше вот эти стопы вставим. О, бороденка. Или что это? Что-то не могу понять. Это... Оно почему-то не отображается. Крути. Ну, она не отображается. Ну, в цвете, как его? Ну, оно что-то есть, но совсем немного. Вот, меняется. Да вон эти... Да, вон они. Вот, да. Ну... Эй, мокрая щетина! А, ну вот, вот. Оплёванная. О, нормально, так. А, вот, блин, её можно синий сделать. А, во-во-во-во. Во, теперь видно. Сейчас. Вот так вот, чутка. Такой этот. Он в боях побывал. Во. О, оставь такого. Это какая-то жиденькая. Это как у меня, кстати, смотри, вообще сторона торчит. О, а вот это нормально тоже такое. Дедушка. Че, такую хочешь? Да. Вот в цвет. А, может длину поменять. Ой, блин, короткая такая прям. А че? Вон, это просто она не короткая. Ну нет, она чутка. Ну это вообще как-то ужасно получилось. Два чутка, вот. Ты не понимаешь, это креатив. Вот смотри, кудрявую может сделать. Оставь креатив. С завитками можно ему сделать. Да, блин. Креатив. Вот так вот, что ли? Да, это просто выбрито. Это было художественно. Да, не, погоди. Ну, что ты делаешь? Там же еще усы есть. Нащи усы, несы. Нет, нет. Морж получит. О! Это порно-мучики. Так. Ну, что они такие стрёмные? Да нет, что-то да, усы тут какие-то. Ну, такие более-менее, ну, нет. Нет. Пусть будет у нас просто щетиной. Так. О, бакенбарды. Это креатив. Ларсамаха, во. Может, Росомаху сделаем? Во. Ищи картинку Росомахи. Блин, кудрявые, конечно. Нет, не будем делать кудрявые. Да не хочу я, убери, ну что за хрень? А что такое? Он может коротенький сделать, смотри. А? Нет. Он совсем коротенький. Нет. Да. Вон, да, вторые. Вот это? Да. Нормально. Он такой еще молодой у нас. Да-да. А вот форму бровей, смотри. Че они такие большие? Так вот, можно густоту убрать. И все. Нет, что-то как-то стрёмно. Высоту, что-то непонятно, что он делает. Может, блестящие их сделать, чтобы они блестели. Так. Четвёртые брови. Вот эти? Да. Ну, а там еще нет, прокрути. Давай посмотрим. Что-то как-то они не шибко меняются, честно говоря. Что-то я не заметил. Ну ты такую область-то поставь. Так, это блеск. А как-то странно, они как-то думают. Они говорят, у него двойные почему-то. Ну что ты не понимаешь? Это какая-то бага. Ничего, что-то у него, да. Мишка, не понимаю. Джон Сноу. А? А, не, погоди. Что-то я не могу понять. А это тогда что было? А что такое форма? Ну, вот какие они будут. А в чем разница? Нет, смотри, есть брови, есть форма. Ну, форма, какие они будут, а брови уже брови, видимо. Тебе не понять, это как одна баночка на все. Ну ладно, допустим. Ладно, вот такие пусть будут.
нас получился. Я хочу эту картинку. Так, а вот смотрите, вот здесь вот это самое интересное. Вот можно... Так ты увидел эту картинку? Это прям наёб на Mail.ru. Вот. Сейчас ему на щару заделал. Забанили. Пиноккио! О, можем мы сделать это. Ты что, грузин? Сейчас. Во! Гиви. Это этот. Да глянь. Гоблин Гиви. Ладно, сейчас нормально сделаем. Нос. Переносится. Как пишется переносится? Так. Сейчас губы ему. Так. Смотри, он улыбается. Он грустит. Он улыбается. Он грустит. Так, сейчас. Нормально сделаем. Так, сейчас. Что-то как это зайчья губа у него выходит. Смотрим. Сейчас. Да, ладно. Да не стыдно над персонажем издеваться. Ну, мы же все равно его сохранять не будем. А, ну то есть это разные участки губы можно. Вот подбородок сейчас мы можем. Ить. Что-то какой-то у меня подбородок совсем. Так, что я сделал с подбородком мужика? Вот все. Гадя хреново. О, давай назовем Гадя Петрова. Он жует. Так. Сейчас. Это вообще челюсть, как я понимаю. Да. Щечки. Это скулы. О, можем ухи тянуть. Так. Мешки под глазами, смотри. Он перепил. Да, он с прищуром. Это ленинский прищур. Можем азиатские глаза сделать. Что у него со взглядом совсем. Вот, смотри, он так. Его пчелы покусали в оба глаза. Да. Какой-то воин, это же рога с таким прищуром. Ладно, вот так вот. Так. Так, а что тут еще есть? А. И чего она делает? А вот это что такое? А, это типа размера. А, это показывает, ага. Асимметрия, это имеется в виду, что... А, то, что можно асимметричное лицо сделать. Красавец. А давай сделаем корейца. Корейца. Так, ладно, у нас будет симметрия обратно. Что-то это. Ну, он получается вполне кореец. Надо эти скулы чутка подделать. А ты можешь по картинке сделать? Да нет, как еще по картинке. Зато он довольный. Он доволен жизнью. Зато я недовольна, у меня лак не оттирается. Ой, макияж. Сейчас, ну-ка так посмотрим. Так, что-то жесть какая-то пошла. Белый. Все, чтобы он блестел. Все. Все прям. Это жесть какая-то. Угу. Вот так оставь! Татуировочки. Только блеск увели. И... Не, ну вот. Сейчас область. Тушь размазал. Не, ну жесть. Вот так оставь. Корейцы же любят глаза красить.
Так, это какое-то гейство. Ладно, все, Да прекращаем. какое гейство? Что ты геем пристал, я не пойму. Ой, там еще и губы есть. Офигеть. А, так тут губы типа этот, можно тоже под разные эти. Ой-ё. Так, ясно. Глазенки. Размазано. О, сердечки можно поставить. Тебе так скажешь, ты что будешь персонажа делать 40 минут одного, я уже устал. Так я показываю все возможные настройки в этом-то весь. Ой, можно. Смотри, можно наркомана сделать. А что ты взял, что он наркоман? Ну, зрачки все черные, смотри. Отпусти меня. Да. Ой-ё. Может так вот. А, это оно типа это. Еще раз на цветах. О, сейчас. Вот, все. Это этот. Он вышел на тропу любви. Радужка. Можно и радужку сердечком сделать, офигеть. Не, вот не понимаю. О, я бы хотел, да, сам же сделаю. Да, получай по натуральной Давай самой. переделаем желтые волосы. Желтые волосы. Ну, Чего за... желтые волосы. Где оно делается? Я уже забыл. Такой страшный стал. Ну давай, попробуем. А, слушай, что-то желтых-то и нету. Если только вот этого. Ну вот, да, так надо разновидность сделать. Нет, это зеленый больше. У него были желтые волосы. Ну вот, если как-то так. Ну вот, оставь. Какой-то платиновый блондин получился. Ладно. Так, а у него это... Брови. этот... Кожа у него белая была. Это понятно. И бородка тоже была. Сейчас сделаем. Все У него будет. бородка была черная, если уж на то Разве пошло. черная? Да, класс. Ну, он так круче стал. У него бородка черная. А, черная? Давай сейчас Да. черную. Так. Ну, самое близкое к ним как раз-таки вот это. А, ну у него, видишь, тоже типа бакенбардов были, но у Но него такие. нету бакенбардов. Ну, Что ты не взял? знаю, как это. Или у него щетина это такая, Это может. щетина просто. А, ну вот она. Такая вот получается. Лицо только. Так, волосы. Покажи мне волосы еще раз, стрижки. Так нету там такой стрижки. Точно? Да. Ну вот, так такое. Нет. Такое. Да нет же. Вторая или третья? Третья, вторую Ну, покажи. так вторая тогда. А третья? Ну вот третью оставь, она более похожа. Да. Ну вот, смотри. Надо блеск поубирать. Ну вот, желтый цвет Ну вот. больше похож. Ну все. Вот, ну вот это единственное Ну зато желтое. похоже. Так, ну ладно. Так. У них любовь. Так, тогда бакенбарду убираем. Так, не, вернее. Убираем. А своего этого нету. Так, ну брови это сейчас. Затухи. Но брови можно и не делать, у него видно только одну бровь. Или какая-то клякса на Ну что лице. сделал? А, их, кстати, можно перемещать, У смотри. него не было ничего на Я лице, ну, я убери просто пень. показываю. Вот, можешь повернуть. Видите? Все, две точки. И чтобы она блестела еще. А, ну это платное уже. Ладно. Нос. А че нос? Ну, нос Нос. вообще кривой. Немножко вот эти вот, вот это раздвинь, а это сусь. Так, ты про чё?
я говорю про скулы. Вот так вот? Вот тебе скулы надо выделить. Да. Нет, его нет. Нет, его надо скулы немножко выделить. Да. Вот эту вот часть, Андрюх. Вот эту вот часть. А, ну вот это? Да, да, да. Ее надо немножко расширить. Так, ну давай попробуем. Ну вот у него сразу подбородок. Вот, да, а подбородок тебе нужно немножко уменьшить. Нет, не вниз убрать, а заострить немножко. Вот. Что-то непонятно, как вытянуть его, вытянуть. Mm-hmm. Вот, да, только не так сильно. Ну вот он, да, совсем. Ну вот если вот только так, так, да. Да. А нос? Нос у него еще какой-то получился. Нос надо немножко... Вот кривой. Сузить надо нос. Так, а это, наверное, вот это. Так, нет, это он его куда-то вертит. А, ну вот. Слушай, вот. Он стал узким. Ну-ка покажу. Я вот пытаюсь его выправить. Да вообще скрипит. Да, так, а как его выправить? Так, сейчас. А давай вот такого просто картинку поставим. Так, ладно. Так, татуировки. Это не очень. Нет у нас татуировок. Можно морщины ему. Нет у нас морщины, он молоденький. Так. Вот так, кстати, похоже. Глаза чуть-чуть побольше сделай. У него большие глаза. Ну что делаешь? Это реально Санджо получается. Так, глаза, да? Да. Сейчас. А, ну вот, это в форме лица. Вот так вот, если. Они должны быть. Ну вот. Вот так у него прям это мешки какие-то получаются. У тебя вот так вот должны быть. Подожди. У тебя здесь должно быть расширено, а вот здесь сужено глаз. Сверху можешь попробовать. О! Вот так, да. Да, о. Второй глаз поделай. А, они симметричные. А, делаешь, да? Да, 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 да. И уши, чтобы выбирать. Да ну уши, блин, ну они это... Ну вот. Такие. Ну, они прической закрываются. Конечно, нос у него, блядь. Че ты опять типа скривил за вас? Да я не знаю, я не понимаю, как я это сделал. Да. Ладно. Он пострадал в бою. Ему прилетело по морде, поэтому он теперь такой. О, вот такого потом сделаем. Чего? Я. Ну вот. Такой. Он прекрасен, мне кажется. Я настройки носа на место. Давай это. Он вроде худой. Да. Давай попробуем сделать. Так, сейчас. Нет, начинай с шеи. Шея. Шею оставь ту же. Плечи сделай больше. Вот, а, шея, она только, видишь, вверх-вниз. Вот идет. Шея оставь на месте, плечи больше. Так, больше? Вот, нет. А, то есть там они выдвигаются вперед? Ну вот оно, смотри как, вот видишь, можно. Ну вот, не, вот так оставь. Так, ладно, продолжаем делать тело. Так. А, грудь. Не-не-не, плечи. Да. Плечи должен делать. Ну, плечи вот у него. Либо вверх можно поднять, либо вниз опустить. Нет, руки. Ну, вот должен, видишь. Руки, где накачаны, ты должен убрать. Вот, ну, да. Вот так. Да-да-да. И еще можно, да, вот так. Нет, они ладошки. У него наоборот, они у него длиннее сами руки, но тут, не толще. Вот так? Да, А кисти у него большие, маленькие, но хотя бы. Большие, ну тут кисти, я так поняла, да, большие, большие. Да. Небольшие у него. Еще больше. Ну, вот максимум, так. Да. Вот так оставим. Если там отдельно, как я понимаю, оставим. А вот пальцы, не знаю, что-то ничего не с ним не делаю.
А еще тоньше нельзя руки сделать? Ну это максимум. Вот. Оставь вот так. Нет, вот так, да. А теперь ноги. Ты ноги должен тоже уменьшить. Ага. Вот так, да. Такой прям. Вот так. Худан. Он худенький. Ну да. Ну, Так, ну мускулатуры у него вроде особо и нету. Не-не-не. Такой можно, блин. Руки играют все. Так. Ну, татух у него вроде тоже никаких нету. Нету. Я посмотрю, какие варианты татухи. Ой, господи. А это где? Кто? А, типа на спине? Смотри. Господи. Так. Ясно. Поза. А вот это что такое? Это типа его в разные позы, что ли, можно ставить? Ну, я так и не поняла вот это. Здравствуйте. Я хочу вас обнять. Ну, смотри, прям это. Похож, не похож, Андрюш? Йоу! Слушай, а может картинки еще поставим? Это как похож, не похож, чтобы люди проголосовали. Можно, кстати, какой-то. А можно кончики волос немножко приподнять? Да нет, там только их закруглить, если можно. Нет, не будем извращаться. Так. Так, а что там у нас еще есть? Так, внешность. О, а голос. Что он говорит? Вавский. Да. Да нет. Еще... Вот так оставь. Да. Он задумался. Видишь, он отрицает. Ух, нифига себе тут. Это что там, типа, разминается? Это что? Его и испугали. Вот. Он засал. Он кого-то кричит. Он зол. Все, он плачет. Какие тут костюмы есть? Деревенский парень. Ну что, похож, не похож? Не, вот был бы тут костюм этого. А че головных уборов нету? Почему? Может, хочу-нибудь. Не, вот костюма, к сожалению, такого нету. О, а, ну вот с головным убором. О, какой суровый яичко. Это прям воин. Да. Ясно. Так, ну-ка, подожди, нет, еще раз. В труселя его сделай. Что делаем обычно? Мне в труселя покажи. А что, тело? Да. Знаешь что? Мне кажется, что грудная клетка, может, чуть побольше. Можно. Нет, ты сделал вот да вот. Нет, ты ну перестань издеваться. И вот, вот торс побольше чуть-чуть. Нет, это пресс. Это не то. Вот это? Ну. Да, какой-то. Что-то распыл. Да. Не, ну вот так, да. Ну, да, такой вот у нас вышел. Средневековый Санжи. Но главная отличительная черта, сердечки в глазах у него осталось. Они красные? Да, да, конечно, красные. Хорошо, вот так вот. Так что, как видите, друзья, настройки довольно обширные. Лицо можно слепить кого угодно. Мы можно себя. Да. Вот. У нас получился Санджи с кривым носом. Да, но нормально.
это ему вдарил кто-нибудь, поэтому у него нос искривился. Ну, он не похож на Санджу. Он же не похож. Да. Так. Надо его это сфотографировать потом. До и после. Да. Побитый жизнью Санджи. Так. Ну ладно. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Лайки ставьте, да, как мне супруга подсказывает, да. Смотрите наши стримы на Твиче, на Ютьюбе, на Гудгейме, где только хотите. В группу ВКонтакте вступайте. Вот. Все. Всем пока.